сайт и вбиваешь форму. Как бити-логин, все знают как норму. Если вам лень и вы впали в прострацию, жмите же скорее на Google регистрацию. Создать свою команду попросит вас Figma. Это лишь намек, просто как марифма. Пропустите этот пункт, вбивай имя на месте, присылай френдам инвайт и работайте вместе. У вас много клиентов, их тоже зовите. Я молодейте, а вы следите. Бесплатный план и сразу стартуем. Название проекта и всем машем хуем. На улице дождь, ты наденешь тренч, а Figma так легко, добавляй хоть скетч. Перетягивай файл прямо в браузер и действуй смело, как Марио Баузер. Этот процесс называют дропдаун. Еще поработаем и сходишь в таун. Нажимаем плюс и создаем новый файл. Вижу на ваших лицах смайл. При входе в Figma получаем канвас. Йоу, лист А4, он у вас. На этом листе рисуем и пляшем. Идем дальше, ребята, и помнишь, чем машем? Тумбар, основное место. Туда мы стягиваем все наши средства. Правый сайдбар, настройки пошире. Левый сайдбар, листы А4. Эй, смотрите, кофе не пролили. Левый сайдбар, детали изобразили. Выглядит сложно, не стоит переживать. Не заебемся, мы хуй махать. А когда я закончу этот трэп, вы откажетесь от фотошопа и духовно скрэп. Продолжаю дальше, я очень буду рад, если это видео зайдет как на Pornhub. Есть пару предметов в верхней панели, их мы возьмем для нашей общей цели. Остальные ждут на других строках, о них я расскажу в своих сложных уроках. Все, что сейчас нам надо понять, Figma легко дизайн собирать. Каждый дизайн и сайт с пределом, это как круг, очерченный мелом. Вылезать за пределы нам нет причины, никто не увидит эти бочины. Жмем на решетку, делаем хедер, ок. Хедер шапка сайта, а не баннерок. Перо удобная штука в руках, обращаемся с ним просто как в своем штанах. Жми на перо, рисуй квадрат и треугольник, эй. Подойдет любая форма, здесь поставлю столик. Красиво менять и цвет и форму тоже. А подробности мы оставим на попозже. Основной инструмент это текст тул. Чувствуйте, вы уже почти cool. Вы почти уже cool. Эй. Этот текст тул применим везде. Нажимаешь, пишешь слово, не спрашиваешь где. Теперь краской меняем свой пример. Это тот случай, где надо выбрать размер. Как? Наверное, заметил ваш лимит области, теперь слева у нас. Туда не может залезть квадрат. Если вам понятно, я сейчас реферат. Справа настройки, размеры, цвет. Углубимся в это, дайте ответ. Добавим тени и любой элемент. Конечно, это наш градиент. Выравниваем, смотрим, хедер готов. Красивый, как шерсть, по весне у котов. Вам было сложно, уверен, не очень. Хоть читаю рэп, но в описании точен. По такому же принципу рисуем второй блок. Здесь попробуйте сами, получается ок. Подпишем наши сервисы, блок клонируем. Спокойно, ребята, еще не вибрируем. Красим, равняем размеры и шрифт. Это же просто как 3×3. Но я обещал и сложные моменты. Это кнопка edit и создать компоненты. Кнопка edit, если ошиблись, нажали. Или так скажем, что проебали. Здесь у нас не курс шитья и кройки. Здесь легко меняем форму, размер, цвет и настройки. А теперь у нас, ребята, развязка. Дальше на сцене появляется маска. Не та, которую носят наши политики, когда вводят ботокс или политики. Берем квадрат и накрываем его фото, как девушка одеялом, когда охота. Жмешь эту кнопку и смотри, что имеешь. Смотришь, смотришь и немного млеешь. Часть фото размером с нарисованный квадрат. Надеюсь, ты все понял, брат. Думаю, принцип ясен вполне. Мастер фотошопа, чего падаешь с ней? Я зачитал вам такую репчину. Вот, вижу здесь для лайка причину. Если ты не поганый мен, напиши тогда еще и коммент. А пока с петарды классный музон. Если ты встал на Figma, то я встал на трон.